знаковых мест, чтобы не заблудиться, мост железнодорожный. Проходим через него, поднимаемся. Вот и... Подошли к следующей контрольной точке. Это ТЭП. Такая тоже, чтобы не заблудиться, одна из точек. Дальше небольшой подъем. Еще немножко подъема, и мы будем в подножье Грэндюкс. После того, как мы поели, поспали, мы решили продолжить наш подъем, и сейчас мы поднялись почти что на вершину Индюка, и такой вот классный вид. Takes my breath.